друзья, ну знаете мою особенность, что я днем занимаюсь сетевым бизнесом, общаюсь по телефону с партнерами компании Full Life Research, компетентный иммунитет, и компания Lambre.ru, парфюмерия, косметика с Франции, да, и касса взаимопомощи еще Бифри Краудфандинг. Бифри, деньги на каждый день, деньги на мечту. Смотрите, значит, по делу, отчет для заказчика. Короче, не поехал я домой, решил еще остаться на третью ночь, на четвертый день. Выделил себе участочек, вот так получается 30 метров, ну там 29, да. А так получается больше 50. Вот там вдалеке, видите, о, видали, молния, прикольно. Вон там, видите, вдалеке забор. Забор, ну короче, это, забор, да. Короче, 10 пролетов, это 50 метров, да, 51 метр. Ну, на 29, там, 15 соток. Ну, короче, больше половины уже сделал. Сейчас кепку одену на смартфон. Смартфон уже попал у меня под триммер. И рубануло его диском 40 зубов, представляете, между двумя камерами, которые камера смотрит, ну, в одну сторону и в другую, да. Поэтому фартовый телефон, ну, стекло поменять 5000 рублей. И еще повывесить. Ну давайте покажу, как оно есть. Короче, к истории 37 соткам. Вот смотрите, 30 соток делал 9, 10 и вот сегодня 11. Кстати, норма — бутылка 5-литровая бензина. Значит, нормально. Вот смотрите, вот деревья, да? Вот деревья, вон там спортивный зал. Кто знает, Суворовское училище, да? Вот туда 30 метров. Это дорожка я спортсменам делал, у них тут праздник спортивный был. И вот туда, вокруг деревья, все обкосил лесочкой сначала, потом туда, да? Туда 50 метров. Вот получается, повдоль уже половина сделана. Повдоль сделана. Ну ладно, там конец и конец, что там, трава и трава, да? Я все там окружил, и с той стороны 10 или 15 метров уже все прокошено, точно так же, как вот здесь, да? Я люблю, я стратег, люблю, как вклинивались танки, да, и строчил уверенно вражий пулемет. Перед тем, что молот, ты не отступись, Вовка, Володька, поднажми, да дай, гол. Про Володьку, про футболиста песня такая была. Вот, вот это здесь я тоже я прокосил. Вот здесь я тоже проредил триммером мелкую траву. Это я себе на закуску на ночь оставил. Вот здесь я сделаю лесочкой туда, все красиво. Так что больше 50% от 15 соток я прошел. Сейчас крайний бачок залью. И будет зачет сегодняшнему дню. Пятерочку, короче, мы отработали, да. Там, вот там тоже вот так же, как и здесь. Вот такой же кусок там уже сделан. Так что это, ну, работаем. Не зря я привез целый универсал. Одежда там, чайник, печка, да. Ну, с таким реквизитом надо, конечно, не на одну ночевку ехать, да. Ну, короче, реквизит это отработал как надо. Ну и тоже травка бывает. Смотрите, когда она стоит, вот то, что я косил, это просто подарок для диска нового. А вот есть травка, вот так конь валялся. Видите, конь валялся. Здесь надо ее со всех сторон обходить и скубать, скубать. Почему под землю косим? Потому что она, видите, лежит после дождя. И ее взять только под землю, прям землю, прям срезаешь дерн. Ну, пойдемте уже раз покажу, ладно. Здесь ям нету. Как я полюбил этот участок, он ровненький вообще. И камней почти нету. Здесь вообще, видать, дворники, ребята, дисциплинированные, все убирают. И не только скошенную траву. Вот, видите, здесь тоже тыл, уже все тоже прокошено. Ну все, огонь. Что там у нас? Запотело стекло. Значит, друзья, у меня там появились ускоренные, короче, записи в Ютубе. Это не пародия на Full Life Research. Это все очень ответственно. Мы плакали, когда смертью запахло. Я клялся, если нам поможет, я буду до последнего вздоха рекламировать Full Life Research. Поэтому это не пародия. Это просто немножечко, понимаете, я все говорю, седьмой год. Ну, по большому счету, люди как бы, ну, угорают, как бы, да. Поэтому, друзья, дай бог всем здоровья. Но когда смертью запахнет, обращайтесь. Реально, похороны стоят дороже. Поэтому, видите, я вот сейчас за 10 дней был на вахте.
с 15 по 27 мая в Суворовском училище, в летнем тренировочном лагере Суворовского училища, за 10 дней съел килограмм копченого сала с перцем, да, и в прикуску с трансферфактором глюкоучи трайфактор, это еще 7500, две баночки, да, ну, еще 350 рублей экономлюка, и как дистрибьютор, да, мне дешевле, со скидками обходится. Поэтому, друзья, ну, надо о здоровье думать. Если мы не будем думать о здоровье сегодня, завтра может быть не здоровье. Дай Бог всем здоровья. Если мы сегодня не будем работать на опережение, денег зарабатывать, завтра может быть нищета. Вот смотрите, я прежде чем пойти косить, я все продумал. Я сюда принес вот чаек, кофеек, я сейчас накачу, чтобы туда не ходить. Потому что если я туда пойду, я присяду, все, пипец. А вот смотрите, видите, вот здесь у меня... Я сейчас где-нибудь спрячусь, кофейку горячего накачу. А вон там, видите, вдалеке, вон, видите, синяя, это бивак. Я там, прежде чем уйти, все упаковал в целлофановые пакеты, все натянул, растяжки, все сделал. Поэтому все нормально. Мало видеть, пора предвидеть, друзья. А сетевой маркетинг? Я вообще продуман, 26 лет. У меня группа была 980 человек, 150 человек в первом уровне. Я рисую все, анализирую в интернете, в личном кабинете, все отчеты. Я даже в рукопашную за год отчеты, в рукопашную есть программа, а я в рукопашную считаю, за год составляю как годовой отчет, да, и смотрю, где делись 50 тысяч рублей. А оказывается, девушка вышла замуж, поменяла фамилию, и свалила под другой, вот, допустим, там склад, там пообещали ей там в долг давать продукцию, да. Я чик звоню в Москву, так и так, вот, молния, смотрите, так и так, чук дела.